В четверг в Самарской области будет пасмурная погода, практически везде пройдет небольшой снег. Дневная температура воздуха -1, -4, ночью 8-10 градусов ниже 0. В Сызрани пасмурное небо, снег в утреннее время, днем -2, ночью до 10 мороза. Ветер западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, днем -2, ночью 7 градусов ниже 0, ветер юго-западный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурный небольшой снег, температура днем 3 градуса ниже 0, ночью -9. Ветер юго-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 75%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.